батьківські поради. Як обирати іграшки дитині? У кожному віці дитини є певні навички, які потрібно освоїти і розвивати. Так, наприклад, до 3 років спеціалісти радять ігри, які направлені на дрібну моторику, тому що це розвиває і розумові здібності дитини. Від 3 до 5 років можна запропонувати дитині музичні іграшки і рольові ігри, які розвивають фантазію дитини. Також у цьому віці актуальні рухливі ігри. І, звичайно ж, діти в будь-якому віці полюбляють іграшки. Іграшки – це невід'ємна частина дитинства. В наш час існує величезне розмаїття іграшок на різні смаки. Та все ж іграшки потрібно обирати уважно. Тож, на що звернути увагу, обираючи дитині іграшки, щоб уникнути неприємних ситуацій? Прежде всего, я хочу обратить внимание на качество материала игрушки. Однозначно надо выбирать только в тех магазинах, в которых есть сертификация продукта, естественно. Для того, чтобы как-то обезопасить своего ребенка, менее токсичные выбирать игрушечки, чтобы не вызвать аллергические реакции на кожу, глазки. Далее, естественно, это запах, цвет. Если довольно-таки яркий цвет в игрушках, значит, там, возможно, присутствуют токсичные вещества, химических элементов. Для игрушки главное, естественно, это качество. Ну и, конечно же, для ребенка не менее важно – это дизайн. Это любимые герои мультфильмов. Мы более стали щепетильно, наверное, относиться к выбору игрушек, так как с первым ребенком, с Давидом, мы брали все подряд, нам все нравилось, мы все хотели, все. То есть даже, возможно, ребенок не играл, не обращали менее внимания на возрастные категории, вот эти, которые написаны на игрушках, на коробочках. С Тимуром мы, естественно, более обращаем внимание на вековые категории, где написано 3+, 2+, естественно, месяцы, пока месяца. Конечно же, очень важно смотреть на вековую категорию игрушек, потому что есть колющие, режущие, с пупырышками всякими, для того, чтобы ребенок не поранился, не брал в ротик раньше времени мелкие игрушки, так как для моторики, там, допустим, вот как лего, да, более старшая вековая категория деток, естественно, играется ими, собирает. Ну, нам пока это рано, поэтому нам нужно что-то более плотное, более, менее, точнее, острое, вот, мягенькое, более гигиеничное еще хотела бы сказать, чтобы мылось, вытиралось, потому что многие игрушки, естественно, пылятся, они набираются ненужных нам микробов, которые присутствуют на данный момент. Вот. И нам надо что-то более качественное, более для ребенка эффективное. Первое, что как бы вообще внимание, это, наверное, на возраст, скажем, от 0+. Естественно, первые игрушки – это такие самые безобидные, самые мягкие, интересные, чтобы максимально как бы ребенок не травмировался ими. Вот этот цвет, запах, потому что сейчас выбор очень большой на рынке. Есть от самых экономичных до самых дорогих игрушек. Конечно же, мы всегда выбираем, скажем, более средний продукт. Покупая дорогую как бы, игрушку, мы понимаем, что не всегда как бы, то, что стоит дорого, отвечает качеству. Поэтому нужно, наверное, самой проверять именно тактильно. Очень важно, я вот что замечала среди там, своих знакомых, это игрушки для купания. Была такая статья, есть утята, да, как бы есть там всякие разные зверюшки, у них есть как бы отверстия там для, как бы, скажем, ну, как бы пищалки, как мы говорим, маленькие. Вот. Что же происходит внутри как бы, игрушек после купания с детьми? В том, что попадает туда вода. Мы, конечно, обмыли сверху, положили в кошелку, там ведерко. Высыхает игрушка сверху, но внутри происходит образование плесени. Мы этого не видим, скажем, снаружи, но внутри как бы там обильный-обильный грибок. То есть такой огород для него. Происходит дальше, да, там повторное купание. Мы опять даем ребенку, как бы ребенок играется, попадает вода. И это уже, как бы, скажем, сырость, плесень, грибок, он уже плавает, и ребенок начинает, конечно же, это все облизывать, жевать, и попадает это уже вовнутрь. То есть тоже нужно максимально посмотреть, как сделана игрушка для водных процедур. У нас дома больше качества.
у нас больше качества. Сначала я думала количество, когда мы начинали обрастать уже игрушками. У нас было множество, от самых обычных маленьких до самых больших, там, интерактивных. И со временем я просто повыкидывала все, скажем, мелкие детали, все некачественные. Первое, безопасность моего ребенка. Игры, конечно, очень активные. То есть это может быть в правую сторону в стену, как бы игрушка разлетается на мелкие детали. Ты даже можешь и не увидеть, как там она упала там под кровать, под комод. Ребенок сам найдет это. Поэтому, скажем, даже, конечно, очень жалко, но нужно, наверное, первой самой игрушку, скажем так, проверить на качество, наверное, стукнуть, ударить, чтобы понять, как она будет вести себя в дальнейшем. З появою в домі маленької дитини виникає у всіх батьків потреба купити цій дитині іграшки. І це нормально, це добре, дитина повинна розвиватися, дитина повинна чимось займатися, чимось гратися, але є кілька нюансів. Батьки в першу чергу повинні звертати на якість тих іграшок, які вони купують своїй дитині. І іграшки є для дітей самого народження. Це брязкальця, це якісь гризунці, якісь розвиваючі іграшки. В будь-якому випадку ви повинні звертати увагу на їх якість. Якщо це іграшки пластикові, візьміть їх в руки. Вони не повинні тріщати, кришитися, нічого не повинно відламуватися. Повинна бути надійна пластикова конструкція, надійно скріплена, склеєна чи скручена. Ця іграшка повинна бути безпечною, надійною для вашої дитини. Якщо це текстильні іграшки з дрібними елементами, обов'язково перевірте, чи ці елементи добре закріплені, чи вони добре приклеєні, добре пришиті. Також звертайте увагу на присутність сторонніх запахів, їх не повинно бути. Фарба з елементів цієї іграшки не повинна облазити на ваші руки, тому що всі діти, все, що їм потрапляє в руки, тягнуть в рот. Що стосується гумових іграшок, вони повинні бути також якісні, з хорошої гуми, не повинні розпадатися, не повинні розриватися в процесі гри. Що стосується м'яких іграшок, є батьки, які їх дуже-дуже сильно люблять, самі люблять ці іграшки і купують їм дітям практично з народження. Це непогано, м'які іграшки – це добре, діти з часом починають ними гратися. Єдине, що мама повинна всі ці іграшки прати, регулярно прати, сушити. Якщо ви не можете цього зробити самі, іграшка велика, здавайте її в хімчистку, тому що це величезний пилозбірник, а пил і пилові кліщі – це алергени, дуже сильні алергени для дитини. Ну, звісно, м'які ігрушки люблять всі, що взрослі, що і діти. Но, скорее всего, это больше, наверное, будет идти от размера игрушки, потому что, скажем так, прямым словом, пылесборник. Особенно большая игрушка. Мы не сможем ее ни протернуть, как бы качественно высушить. Поэтому, в принципе, размер такой, что помещался в стиральную машину. Сейчас есть как бы эко-чистки. Маленькие тоже спокойно можно простернуть и высохнуть. На крайний случай, это есть химчистки, скажем, да, как бы по городу. Если у вас есть большие там плюшевые мишки, хотя бы раз в квартал, мне кажется, что нужно их очищать, потому что пыли собирается очень много. И помимо пыли еще тоже других соседей. По поводу звука в игрушках, естественно, надо обратить более такое четкое внимание, потому что, как правило, да, у нас, если малышам выбирают игрушку, она должна быть звонкой, она должна быть громкой, потому что ребенок не слышит, неправда. Ребенок слышит все с самого рождения. Ну, лично у нас такой опыт, потому что до этого я не особо обращала внимания. Сейчас это как-то более заострено и хорошо это все проявляется. У нас игрушки такие менее шумные. Мы все слышим, мы все видим, все прекрасно. Поэтому я бы не советовала громких игрушек, вот эти, которые тарабанят и тому подобное. То есть с музыкой там громкой какой-то. Какое-то мелодичное, все спокойное, более или менее можно слушать, и мы все воспринимаем. У нас есть игрушка с белым звуком. Это мобиль. Над кроваточкой он у нас стоит. Лично Тимур, он у нас любит просто отдыхать. Вот мы ему включаем этот мобиль. Он просто отдыхает. У нас там зайчики, мишки крутятся. Он очень любит их, рассматривает все. Но чтобы усыпать, очень редко. Вот он любит лично просто лечь сам, молча, можно даже выйти из комнаты, он уснет, и чтобы ему никто не мешал. И вот таким вот образом мы можем уснуть даже. Майже кожний дорослий пам'ятає свою дитячу улюблену іграшку. Це відбувається тому, що дитячий світ відрізняється від дорослого. І улюблена іграшка не просто іграшка, це перший друг.
І якщо звертати увагу на те, щоб іграшка була доречна до віку і якісна, тоді вона принесе тільки приємні відчуття і дитині, і її батькам.